любая игра наша с Киевбаскетом – это напряжение, это ответственность, и обе команды максимально настраиваются друг на друга. И можно так уже это, наверное, сказать, что это принципиальные игры. Никто не хочет проигрывать, и всегда ценная победа между этими соперниками. И будем останавливать. Киевбаскет сейчас на ходу. Несмотря на то, что у них напряженный график, они выигрывают и в Кубке ФИБА, и в чемпионате Украины. Постараемся играть от защиты, убрать легкие очки, убрать снайперов Киевбаскета. Ну и то, что они, на чем они базируют игру, это на атаках с лоу-поста. У них мощная команда, есть кому центрить, есть кому забивать из-под кольца. Нам предстоит тяжелая работа.